Друзья, привет всем! Сегодня у нас очередной выезд. Едем сегодня в поля, накатаем сейчас две дороги и будем ставить, например, машину там Нилы с Дастером, Соболь там с Патриотом, и хотим покататься. Очень много снега. Еще смотрите, какой нюанс. Сегодня буду экспериментировать с резиной. Установил себе вот такую резину 175-80 на 16. Это VLI 5. Вот с таким протектором интересным. Стравился я до единицы. Вот написано VLI 5. 175, 80, 16. Резина очень жесткая. Второй день на ней катаюсь. Ездить на ней невозможно. Вот стравился специально единицу. Ну и смотрите, где я нахожусь. И где ребята. Так, что мы сейчас делаем? Мы сейчас выезжаем с колеи, сейчас минус 15. Ребята у нас все собрались. Кто-то едет, кто-то подъезжает. Так, на Патриоте установлено два самоблока. Заезжаем в поле и набиваем дорогу. Метров 200 одну и параллельно вторую. Рубится Нива с Дастером. Так, ну что, ребята, вот начались Нива соревнования. Против Дастера, Нива просто против Дастера. Третья пониженная не хватает, вторая пониженная. Полностью заблокировано два самоблока от производителя АВТ. Узкая резина VLI 5, вставленная до единицы. Едем после УАЗа Патриотов, очень тяжело ехать. Вторая пониженная, газ не отпускает. Дорога у нас неровная, то есть она то влево, то вправо. Так, ну что-то Дастер пока не видно, ребят. Не видно. Так, ребята, сейчас едем с УАЗ Патриотом на третий сигнал. Кто вызывал, кто заблудился? Шевроле Нива. 31-го Нива. Так, сейчас заезжаем в Шевроле Нива. Занижение и две блокировки. Сейчас отмашку даст. Так, смотрим на отмашку.
третий херач. Да я! Смотри, говорит, демон. Смотри, что делает, да? Давай, Виталя. Давай! Жми, 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 жми. Давай, 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 давай. Во-во-во-во-во-во, в нос, нос. А, есть, 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 есть. Здрасте, смотри, как он ушел. Обалдеть, обалдеть. Ну что, ребята, на этот раз у нас не получилось. Но самое главное, что командный дух вот это остался, очень прикольно. Китаец с УАЗом. Погнали. Так, у вас стартанул. Красавчик. Китаец пока что вот у нас отстает. А не гони, не гони, не гони. Все, ушли, не гони. Ой, пятый! У вас уже возвращается обратно, то есть он на кольце развернулся, китаец идет за ним, неплохо, ну прикольно, ребят, отлично. Так, готовы? Готов? Готов? Поехали! Ну интересно, Volkswagen, Touareg и УАЗ. Volkswagen уже стартанул. Классно. У вас тоже нехило догоняет его. Сейчас у нас на старте два патриота. Тут электронные помощники. Сзади у Фидана самоблок установили. Поехали. Старт. Так, пока Фидан ускоряется быстрее. А, ну тут еще резина влияет. Серега, как всегда, на всесезонке приехал. У Фидана стоит МТ-шная резина. Третий сигнал. Поменялись полосами. Смотрим. Так, а на данный момент Серега идет первый. Ух ты, слушай, как круто идет. Две буханки. Слева на блоках, справа просто хорошая резина. Торопись, ладно, его можно выкинуть. Ой, на третий, и на второй хуя.
ребята поменялись полосами. Нет, тебе на ходу переключиться. У него движок мощнее ехал. Замотало конкретно. И смотрите, его буханка. Так, пока догоняет. На блоках закрутило. Этот идет ровненько. И все. Буханка на блоках заехала. То есть выехала с колеи. Вот такое интересное мероприятие мы придумали. Именно покататься с разными машинами, но пока мы катаемся с одинаковыми, то есть там Нивы с блокировками, без блокировок, вот, вот. Сейчас попробуем, например, мою Ниву с блокировками и поставим, ну, в стоке какой-нибудь Нива взять, да? Посмотреть, разница есть. Про резину И-511, вот именно сейчас мороз, минус 15, она едет неплохо, вот реально неплохо. По мокрому снегу грязь на ней катался. Тоже. Но по городу на ней кататься, вы знаете, на ней невозможно просто ездить. Она как машина, как телега какая-то получается, понимаете? Очень жесткая. Поэтому по поводу резины на каждый день для города она ни к чему, абсолютно ни к чему. Вот. Сейчас смотрим другие заезды. Сейчас интересно будет заезд. Заезжают две стоковых Нивы. Погнали. Пока побеждает белая Нива. Старт дан. Полосами поменялись. Азарт очень классный. Уже дорога получается неровная. То влево, то вправо кидает. Вот смотрите, на данный момент выигрывает у нас синяя Нива. То есть, по сути, получается, что если когда полосами меняются, правая полоса намного сложнее едет. То есть, в принципе, получается, что автомобили одинаково приехали. Так, едет Тахома. Зимний дракрейсер, да. Помчались. Так, Патров и Тахома. Слушай, неплохо, красавчик. Ну я... Давай! По целине фигарим, ребят. А обратно будет тяжелее. Вот эта трасса легче, уже проверено. Слушай, ну у них хило, классно прет. Блин, вот это да. Смотри, Тахома вошла, все. Ну да, убила. Вот это да. Мочи побольше. Все, разворачивайся, не заезжай, встаем. Так, давайте на третий сигнал. На третий. На третий сигнал. Поехали.
Слушай, вот здесь сейчас намного тяжелее будет. Намного. Да, там зацепа больше. Нет, там она легче идет. Сейчас будет закидывать конкретно. Блин, ну классно, классно, классно. Вообще супер. Крути, крути. Новый этап, трасса. Вот это супер. Все, тормози, тормози. Все, отлично, проехали. Классно. На пониженной? Молодец. Все, на третий сигнал, готовы? Вторая пониженная. Все, вторая пониженная, поехали. Третью кидай. Нет, третью если поедет. Поедет, мы вот ехали на той Ниве, на третьей. Нет, 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 не поедет. Я знаю, что не поедет. А мы на той Ниве, на третьей ехали. Вот по той не поехала на третьей. Все, ребят, они там в хвосте остались. Сразу вторая. Поперли. Эта дорога намного сложнее. Намного сложнее. Это пушка-гонка. Так что, ребята, решает самоблоки, решает резина, все решает. Цепи у нас одинаковые самоблоки, абсолютно одинаковые. Еще у меня прошивочка стоит. Сейчас у нас залезет буханы. Ой, буханы. Так, Дима, давай гони, Дима. Нас обгоняешь. Отлично, отлично. Полосами. На третий. Здесь посложнее. Что супер, спасибо. Так, сейчас у нас Туарег. Заезжаем с УАЗом. Поехали. Автомат дольше, дольше, дольше срабатывает. Вот механическая коробка. Раз и попер, видите? УАЗ ушел. Нет, Туарег ровненько, классно. Вот эти вот все-таки помощники электронные, да? Противозаносно немножко. Слушай, а набирает нехило. Классно, классно. Все, скидывай, 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 скидывай. Все, сразу заворачивай, меняйся. Поехали. Так, мы пока уходим. Ух ты, красавчик, слушай. Вот это да. Ровненько, ровненько, вообще супер. Все, о, тормози, тормози, соберешься, тормози. Вот это супер. Слушай, молодец, хорошая тачка, мне понравилась, вообще супер. Сейчас у нас заезд двух шевиков. Занижение, да, в раздатке? В коробке. В коробке. Два самоблока. Два самоблока. Резина. Резина типа 29-я МТ. Все, готово? На третий сигнал, давай, гуди. Поехали. Вторая пониженная. Ух ты, у тебя, да, третья смело включается. Слушай, третья пониженная, а у меня нет такого. Догоняй. Дима, догоняй. Надо догнать, Дима, догоняй. Молодец. Супер, супер. Ты тормози, 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 тормози. Сигналь, на. Поехали. Блин, ну слушай,
занижение темы. Я вот первый раз с занижением коснулся. А-а-а. Реально классно. Третья пониженная. И смотри как. Почти 6000 оборотов. Все. Это какая? Четвертая пониженная? Все, тормози, Диман. Тормози, Диман. Отлично, тормози. Супер. Вторая пониженная. Третья пониженная. С УАЗ-Хантером идем. Что, у нас получилось у вас Хантер обогнать? Получилось. Покажи впереди. Вот немножко, видите, у нас препятствие. Тахома. Убери свое ведро. Бак свой мусорный. Да, вот техника, блин, реально классная. Готовы? Вторая. Подъехал. Парадик. Туда вы еще подальше проезжайте. А. Ох ты, зараза такой. Андрюх, расскажи немножко про Toyota Tacoma. Toyota Tacoma для американского рынка, ввезенная в Россию официально. Заводской комплектации ТРТ, то есть блокировок электрических достаточно с завода было установлено. На автомобиль был сделан дополнительный кит-комплект лифта, то есть клиренс увеличился на 17 сантиметров. Ух ты! Ну, соответственно, сюда были поставлены, обзовем их 3/4 колесами. Нет. Остальное проходит тесты. Понятно. То есть... Слушай, а здесь электронные, да, все помощники? Нет, задняя блокировка электрическая. Тектор включения. Да. Понятно. То есть она жестко блокирует жопу? Она блокирует ее, только фишка одна, только вперед. Назад блокировка не работает. Интересно. Ну, это чисто американская, вот именно для Toyota. Ну, я смотрю, липучка установлена. Липучка вот стоит, я говорю, да, она получается в дюймах 3/4, потому что 285, 75, 16. Здесь непосредственно автомат, да? Автомат, да. Четырехступчатый? Нет, он пятиступчатый. Нет? А, пяти. Притормозили, потому что впереди не Васик нам мешал, реально мешал. Готов? Давай, поехали, Нива, газуй! Третья, Нива, давай! А, сдохла, третья.
Догоним, куда тянется? Давай, давай, поехали! Шевелите машину! Давай, давай, шевели, шевели! Бампер себе не надо! У Фидана возьмешь, Леха! У него есть! Я буду, ребята, заезжать с УАЗ Патриотом. Сзади самоблок. Я, наверное, попробую разблокироваться, но пониженная. Так, на третий! Чего сказать? Нормально. Вот так вот. Блин, да прикольно. Так, сейчас готов? Едем. Нива. С Ниссанчиком 2 литра. Погнали. Все, Ниссан остался. Сбрасывай, сбрасывай. Вот Ниссан стартует, прикольно. А вот здесь все, а нет, смотри, догоняет. Давай, 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 догоняет. Диман, не поддавайся. Смотри, как херачит. Тормози, он вот по это едет, наверное, мешать будет. Все, тормози, 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 Дим, тормози. Там Нива помешала. В принципе, неплохо Ниссан шел. Сейчас шел вообще отлично. В принципе, я думаю, даже, может быть, и на равного приехали. Понижайте, да. Настолько жесткий снег. Едем за вас Патриотом. В отсечку. Вторая пониженная. Вот, блин, в отсечку, честно говоря. Стой, Фидан сел. А нам останавливаться нельзя. Ёпти-топси. Ёлы-палы. Карусель. А все, все, я приехал. Стартуем, вторая пониженная, заблокировались. Давай, 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 не снижай. Какая красота. Давай, родная, ползи, 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 ползи. Вот не хватает, все, 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 прям на днище, прям плотненько сели. Да. И Серега отъехал. Вот Нива впереди проехала, лифтованная. А мы нет. У нас не получается проехать. Очень сложный маршрут сейчас. За Хантер зацепился сразу. Ползу. Сейчас будем выезжать в горочку. Не хватает Ниве клиренса? Не хватает. Так вот резина VLE5, которую сейчас езжу. Ну, интересненько. Травленные, так интересненько в мороз кататься. Так, ну что, поедем
горочку. Давайте вот на первой пониженной. Все мы такие заблокированные. Потихонечку. Так, все, фигня. Давай по новой этот дубль вырежем. Очень трудно тронуться. Вот мы на подъем заехали, сзади там Ниву красную тащат. Вон в зеркало смотрите. Как туарегу сложно было тронуться. Ну что, давайте подведем итоги по поводу резины. VLE 5. В принципе, с травленной резины вот именно в мороз кататься прикольно. Для города однозначно не нужна она. Вообще даром не нужна эта резина. Просто как эксперимент. Гребет, вот, ну и режет. Очень сильно режет снег. Остановился, пробуксовал и все, и закопался. Про самоблоки АВТ, которые у меня передний, задний мостер, раздатка. Да, они помогают, прикольненько. Вот. Еще я устанавливал карданы от SM Profi. Это саратовский карданный завод. Крестовины поставил. Вибрации никакой нету. В принципе, едет тоже прикольно.